Рада приветствовать всех знаков зодиака на моем канале. Меня зовут Ева Лехцер. Поздравляю вас с началом трудовой недели. Пусть она для всех для вас будет плодотворной и пусть придет очень легко и непринужденно. По традиции буду делать для вас краткий тароскоп на неделю. Пока работаю только в таком формате, потому что нам более детальные тароскопы на каждую неделю для каждого знака зодиака, пока нет физической возможности, нет времени. Поэтому кратенько смотрим позитив недели, негатив недели и совет от карт для всех знаков зодиака. Работая сегодня с Таро модной ведьмой, еще эта колода называется Таро юных ведьм. Ну давайте посмотрим, что же она нам будет вещать. По традиции начинаем с овнов. Хочу напомнить абсолютно всем, что расклад является общий. Посмотрите, пожалуйста, не только по знаку своего зодиака, но и по знаку своего асцендента в натальной карте. Возможно, для вас по асценденту события будут наиболее точными. Итак, овны. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Итак, позитив недели. Здесь у вас падает богиня котлов. Карта плодородия, карта успеха, радости, праздника. Для кого-то это в целом может быть какое-то торжественное мероприятие. Для кого-то ситуация деторождения. Вообще эта карта называется праздник сбора урожая. Для кого-то ситуация даже деторождения может пройти так. Если же все-таки не касается каких-то мероприятий в плане праздника, отдыха, каких-то торжеств, то здесь вы всецело будете заниматься собой, посвящать время себе, своему внешнему облику, своему внутреннему изменению. Это карта хорошего самочувствия, прекрасного настроения, когда у вас идет дикий запал энергии, ее хватает абсолютно на все. Плодотворное общение, радостные моменты, то есть даже какой бы негатив у вас не произошел в течение недели, все будет восприниматься абсолютно легко, на позитиве и, знаете, как не обращая внимания на какие-то детали. Так, что же является у вас негативом недели? А вот здесь падает карта семерка валунов. Эта карта указывает на то, что вам крайне хочется что-то попробовать. Это карта нового опыта и в то же время сомнений. Почему? Потому что здесь вас могут захлестнуть эмоции, и вы можете пуститься в какие-то авантюры. Для кого-то это может быть тайный роман, для кого-то это какие-то, кто-то может здесь попробовать действительно, какие-то вот психотропные препараты, дабы расслабиться. Почему? Потому что в этой колоде именно грибы, это, знаете, как помутить рассудок, расслабиться, отвлечься от чего-то. Вот просто хочется, знаете, вам какого-то расслабленного настроения и кайфа. Это могут быть как алкоголь, это может быть как наркотики, это может быть даже для кого-то, может быть какой-то новый вид медитации. Не воспринимайте сразу, что здесь алкоголики, наркоманы. Нет. Семерка валунов здесь четко указывает на опыт, который вы хотите попробовать, но очень боитесь. Знаете, как вкусить запретный плод, который для вас сладок, но вы не решаетесь, стоит ли вам это делать или не стоит, потому что вы очень опасаетесь последствий. Повторюсь, чего бы это ни касалось, отношений, либо, может, здесь будет какая-то работа, какой-то новый рискованный проект, либо здесь могут быть какие-то финансовые инвестиции, если вы надумаете. То есть не спешите, во всяком случае не на этой неделе, повремените, потому что последствия здесь могут быть весьма плачевными. Ну давайте смотреть с позиции совета, о чем же вам говорят карты. Вот здесь вот девятка огня нам четко указывает на то, что вам нужно конкретно изучить ситуацию по этому вопросу, все детали. Потому что очень многое для вас здесь неизвестно. Это карта не только обучения, это карта познания. Познания того, чего вы не знали раньше. То есть либо откроется для вас какая-то тайна, либо всплывет какая-то информация, которая поможет вам сделать правильные выводы и не допустить ошибок. То есть тайное станет явным. И вы с пользой и успехом для себя сможете избежать каких-то ненужных обстоятельств или потерь. Потому что здесь карта говорит о том, что с позиции своего опыта и мудрости и какой-то своей интуиции вы узнаете необходимую для вас информацию, которая расставит для вас все точки над «и». Овны, все-таки пусть эта неделя для вас будет крайне плодотворной. Искренне вам этого желаю. Так, кто у нас теперь? Тельцы.
Так, давайте смотреть, что же здесь у тельцов. Позитив недели. Негатив недели. Совет от карт. Так, на позитив недели. Ой, четверка котлов. Карта празднеств, карта коллектива. Начиная от корпоративов, каких-то мероприятий, семейных торжеств, либо отдыха, либо это карта застолья. То есть, знаете, куда-то уехали на отдых, на пикник. Ну, тут абсолютно может быть разная как бы трактовка по этой карте. Но о чем она говорит? Здесь четко идет, знаете, как собрание друзей по интересам. Возможно, вы в чем-то разные, но это, знаете, попытки собрать все воедино. Это одновременно как и коллективный отдых, и в то же время для вас завязывание полезных контактов, обрастание новыми связями. Почему? Потому что здесь, как говорят эти вот два аспекта, мул в первую очередь указывает на вашу выносливость и терпение, что, например, даже если какие-то люди в этой компании будут вам крайне неприятны, но вы сможете держать, как говорится, марку, а коза указывает на символ плодородия и то, что все, что для вас здесь происходит, обернется только в лучшую сторону. Ситуация для вас будет крайне полезной. То есть вы не только хорошо проведете отдых, да, но и тем не менее сделаете для себя какие-то приятные выводы, новые знакомства и какие-то перспективные связи. То есть карта у вас очень хорошая, очень продуктивная. Негатив недели. Так, а вот здесь девочки, особенно это девочек касается, девочки, девушки, по пятерке котлов для вас здесь может быть какое-то интересное предложение, но вы должны хорошо все взвесить, стоит ли вам его принимать, потому что здесь ворон вам приносит бусы. Это карта какой-то интриги, карта предложения в обмен на вашу красоту, эротизм и привлекательность. Почему? Потому что здесь у вас котел пустой, эмоции иссякли, вам крайне не хватает какой-то вспышек страсти, эмоций, позитива, и вам здесь могут это дать. Вопрос только, стоит ли вам это принимать или нет. Кстати, по пятерке котлов здесь может быть ситуация с прошлого. Поэтому присмотритесь к этому. Это, в принципе, касается как мужчин, так и женщин. То есть, мужчины, у вас ситуация идентичная. Но только в этом случае вам могут как вернуться, так и вы можете кому-то, знаете, как сделать не то, что непристойное предложение, да, а из серии. Либо вернуться к бывшей партнерше, либо попытаться что-то наладить. Но не с целью каких-то длительных стабильных отношений, а с целью развеяться. Так, и совет от карт на эту неделю. Здесь падает девятка кубков. Простите, не кубков, а котлов, она здесь так называется. Не будьте слишком упорны в достижении своих целей, потому что ваше упрямство может сыграть с вами злую шутку. Либо это может быть сама по себе ситуация, когда вы с напором чего-то пытались достичь, а потом оказались в неловкой ситуации, потому что потеряли над ней контроль. Упавшая шляпа – это символ потери контроля над происходящим. Поэтому лучше, как говорится, медленно, но не спеша. Тише едешь, дальше будешь. Пусть у вас эта неделя будет крайне плодотворной и продуктивной. Так, поехали дальше. Так, кто у нас дальше? Наши близнецы. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Итак, на позитив недели. Давайте смотреть. Позитивом недели у вас является ситуация обучения, изучения, познания, раскрытия тайн. Какая-то, знаете, информация, которая для вас ранее была закрыта или недоступна. Либо вы в силу отсутствия своего опыта не могли перейти на новый духовный уровень развития. Здесь может быть как появление наставника, так или в целом вы можете наконец-то найти либо тот университет, в котором вы хотели обучаться, либо литературу, либо же в целом наконец-то нашли себя и понимаете, в каком направлении вам следует двигаться. Потому что вот этот вот скелет, на котором стоит вот эта, да, книга, это ваша основа, это ваша опора. Вы понимаете, вот то, во что вы вкладываетесь, вам в дальнейшем сослужит очень хорошую службу. Ну, то есть в плане и повышения вашей квалификации, в плане заработка, ну, в целом в плане вашего личного развития. Так, негатив недели. Странно, у Овнов и у вас такой же. У всех на этой неделе какая-то ситуация искушения. Я не могу понять, почему так происходит. У вас эта карта падает в той же позиции. Поэтому, дорогие мои,
Здесь четко у вами завладеют эмоции. Будет желание попробовать что-то запретное, что-то неизведанное, на что-то согласиться, чем-то рискнуть, либо, знаете, как поступиться своими принципами. Поэтому взвесьте все за и против. Так ли вам это нужно? Какие будут последствия? Не будете ли вы об этом в дальнейшем жалеть? И совет от карт. На совет от карт у вас, это, знаете, полное погружение в себя. Карта плодородия, карта радости. Ну, это, знаете, самый какой-то вот прекрасный момент. Может, кто-то из вас уедет в отпуск, будет проводить время в кругу семьи, друзей, потому что это карта, когда вы радуетесь каждому дню, каждому моменту. Вот жизнь полная чаша, эмоции у вас через край, и вы с этими эмоциями, этим плодородием готовы делиться со своими близкими. У кого-то может быть день рождения вот из ваших родственников, либо в целом какой-то семейный праздник, и вы будете его праздновать, либо у кого-то будет ситуация где-то рождения. В общем, как говорят карты, отдайтесь всецело здесь позитиву. Не грузите себя ненужными проблемами. Если особенно для вас неделя будет тяжелой рабочей, то как следует отдохните. Так, дальше. Переходим к ракам. Итак, позитив недели, негатив недели и совет от карт. На позитив недели. Так, ну на позитив недели здесь у вас по тузу огня четко идет ситуация, что вы либо замышляете новый проект, либо всецело вкладываетесь в какое-то дело. Но, как говорят вам карты, перед тем, как приготовиться к какому-то ритуалу, ну то бишь к началу проекта, не знаю, новая работа, обучение, бизнес, новые идеи, расчистите себе путь. Подготовьте все необходимые инструменты, либо уберите все лишнее, потому что вас ничто не должно отвлекать от процесса. Карта запала, карта новых знакомств, новых начинаний и новых возможностей. У вас все в руках. Самое главное, вот здесь вы окуриваете ладаном, это карта вашего духа. То есть все, что вы делаете, вы должны делать не только с запалом, но должны делать с душой. Тогда это вам принесет не только удовольствие, но и какие-то плодотворные результаты. Так, негатив недели. На негатив недели вот здесь падает у нас шестерка валунов. Видите, здесь девушка падает с обрыва. Вот когда вы слишком увлеклись процессом, но не посмотрели на окружающую обстановку. Вот здесь лежат канистры с бензином, да? То есть не убрали их вовремя, и вот у вас получился такой та-дам, ты-дыщ. То есть не погружайтесь слишком, грубо говоря, в какие-то процессы, давайте себе моменты отдыха, потому что это для вас чревато каким-то эмоциональным и физическим истощением и, как следствие, крушению ваших планов. Почему? Потому что звезды – это ваши надежды, ваши мечты. Возможно, как говорят вам карты, вам следует здесь, знаете как, восстановиться эмоционально, физически. Для кого-то, кстати, в связке может пройти как ритуал очищения. То есть, да, действительно, кто-то даже здесь может почиститься, снять негатив. Но для вас это будет позитивом. Самое главное, дайте себе после этого периода момент восстановления, именно эмоционального. Не перегружайте себя какими-то хлопотами и заботами. Если есть у вас такая возможность, возьмите, не знаю, неделю отпуска за свой счет. Для вас это было бы крайне продуктивным. Так, и совет от карт. Совет от карт, здесь тоже у нас падает десятка валунов. Карта говорит о том, что, вот понимаете, здесь самый главный аспект путешествия. То есть, как бы для вас не были притягательны стены вашего дома, по десятке валунов вам нужны новые эмоции, потому что Луна, которая здесь отражается, это ваши эмоции, ваша интуиция, это ваша душа, которая требует новых чувств, новых моментов. То есть здесь вам, понимаете, пусть даже какое-то маленькое путешествие выходного дня, но оно для вас делает намного больше, чем год, который вы проведете внутри дома. Вот здесь вам четко карты показывают, что отдых и отдых, и еще раз отдых, только это здесь может вас в текущей ситуации спасти от этого перенапряжения. Но я думаю, раки, вы как никто это заслужили, потому что вы всецело всегда даете себя своим близким, своему дому и своим, скажем так, людям, которые вас окружают. Поэтому пришло время вам подумать о себе. Неважно, куда вы собрались, на море, просто велосипедные прогулки, пикник, делайте это с удовольствием и в первую очередь для себя. Так, дальше.
Дальше у нас идут львы, наши лёвушки. Так, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Итак, на позитив недели. На позитив недели у вас идет ситуация инициации. Инициат – это посвящение, это когда вы получаете диплом, сертификат, либо вас принимают в какие-то новые круги, не знаю, новый социальный круг, выше статусом, да, у вас более влиятельные знакомые, либо вы входите в круг доверия руководства, у вас здесь идет ситуация повышения, либо вы в целом, как бизнесмен, внедряетесь на новые круги деятельности, здесь у вас новые связи, новые знакомства, то есть ваш статус не только… знаете, как признают, но и тем не менее вы становитесь авторитетом для кого-то. Но как вот здесь по восьмерке котлов, как говорит карта, пути назад нет, уже закат. Здесь однозначно, хотите вы того или не хотите, инициацию эту вы пройдете, но у вас еще есть момент, пока вы, скажем так, не вступили в полномочия, исправить все какие-то недочеты до этого момента. Потому что вот эта здесь куколка в руках девочки, это она указывает на какие-то еще нерешенные проблемы, которые вы, скажем, до этого момента не провели. Поэтому доделайте все, чтобы вам потом не приходилось возвращаться и переделать какие-то аспекты. В плане бумаг, не знаю, в плане повышения квалификации. Если что-то не доучили, доучите, потому что иначе это вам потом застопорит всю вашу деятельность. На негатив недели. А на негатив недели у вас падает, видите, шестерка котлов, карта потерь. Все-таки вот то, что вы что-то где-то упустили, не дочли. То есть, да, например, случилось у вас повышение, но, как вариант, вот здесь, понимаете, либо это повышение неполноценное, ну, например, знаете, как исполняющие обязанности, да, то есть не вступили неполноценно в полноценное, ну, как, либо вот здесь все-таки как-то провалили экзамен, хотя у вас пошла здесь ситуация сдачи экзамена. И вот теперь вы не знаете, где, как эту ситуацию восстановить. То есть вы ищете какие-то способы, какие-то средства. Шестерка котлов в данном случае это то, что, скажем так, из-за вашей невнимательности к деталям вы упустили какие-то основные моменты. Соответственно, получили не совсем позитивный результат. Давайте же посмотрим в плане совета. В плане совета, как говорят карты, вот здесь четверка огня. Возьмите себе отдых на размышления, успокойтесь, устаканьте свои мысли, ничего страшного не произошло. Но не отдыхайте, не погружайтесь слишком долго. Потому что всегда есть товарищи, которые норовят, скажем так, отщипнуть кусок от вашего каравая, либо сделать вам какое-то, скажем так, ну вот попытки подсидеть вас, да, либо в целом, знаете, сделать вам какие-то каверзные подставы. Поэтому будьте, пожалуйста, здесь бдительны и внимательны. Так, дальше. Наши девы. Давайте посмотрим дев. Позитив недели, негатив недели и совет. На позитив недели. Ну, на позитив недели у нас здесь падает луна котлов, карта романтики, карта знакомств, карта романтизма, просто эмоции здесь через край. Для кого-то это просто продолжение взаимоотношений, те, которые у вас есть, но в новом ключе, более романтичном. Для кого-то это новые знакомства, это прогулки под луной, это признание. Это масса эмоций. Если это вопрос не касается взаимоотношений, то это плодотворные переговоры, это приятное времяпрепровождение с друзьями. То есть, когда действительно неделя вас порадует благоприятными эмоциями и сюрпризами. С позиции негатива недели. Ну, смотрите, как говорит здесь падает у нас праздник котлов. Но он говорит о том, что смотрите, не заиграйтесь, потому что эмоции, которые вас вот здесь захлестнут, если вы не будете их контролировать, могут обернуться против вас. Либо, скажем так, не надевайте розовые очки, погрузившись в новые отношения. Здесь вы все-таки должны немножечко сохранять холодный рассудок. Но из позиции совета, о чем вам говорит карта, здесь у нас падает богиня Метловищ. Карта такая довольно-таки своеобразная. Почему? Потому что она не только говорит о каких-то позитивах, да, то есть о материнстве, это близкие люди, которые вас окружают, но это те люди, которые вас могут в какой-то момент и предать, потому что как бы вот позитивная карта не выглядела, но она
во многих аспектах, и здесь именно говорит о предательстве. То есть, пожалуйста, будьте внимательны. Не нужно открывать всем свою душу, свое сердце, потому что могут попасться вам недобросовестные люди. Так, поехали дальше, весы. Весы. Позитив недели, негатив недели, совет от карт. На позитив недели. Что же у нас? Ну, по всей какая-то неделя, я не знаю, может, как-то все-таки влияют аспекты планет. Но вот у вас здесь, понимаете, у всех какая-то пошла череда знакомств, либо возобновление отношений. У вас здесь по тузу котлов однозначно ситуация либо новых знакомств, либо ситуация примирения, либо восстановления отношений. Вот видите, эмоции здесь через край. Это каждый, знаете, как в лягушке видеть своего принца. Но вот именно здесь, по этой карте, прописано, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Это в основном касается барышень. Мужчины, у вас, в принципе, тоже. Хотите, скажем так, расположить к себе девушку, вкусно ее накормите. Поэтому для вас вот такая карта, знаете, приятного времяпрепровождения. Так, на негатив недели. Колесо фортуны, судьбоносные изменения. Но вот здесь, понимаете, вас могут с головой накрыть новые отношения, когда вы их просто-напросто не ожидаете. Только смотрите, чтобы вас не закрутило вот это вот колесо, потому что, ну, знаете как, понятно, что все события в вашей жизни своевременны, но, тем не менее, не погрузитесь в это всецело, потому что змея здесь указывает на аспект мудрости, то есть вы все-таки должны, скажем так, располагать здесь не только чувствами, но и интеллектом, рассудком, чтобы взвесить, ваш ли это партнер или не ваш, или просто вам кто-то сел на шею. Ну и с позиции совета. С позиции совета звезда. Карта романтизма, карта любви, карта исполнения желаний, планов, целей. Это в целом, знаете, как, ну вот неделя, когда все комфортно, все в кайф, даже если тяжелая рабочая неделя, даже если там как-то вы будете измотаны, вас будут подпитывать те эмоции, которые у вас есть на данный момент. И все остальное вам будет просто нипочем. Так. Теперь скорпионы. Давайте досмотреть скорпиошек. Позитив недели. Негатив недели и совет. Позитив недели. Ой, ну, понимаете, здесь карта спора. Двойка огня здесь четко указывает на ситуацию конфликта, но почему позитивно? Потому что здесь вам нужно либо стоять на своем, научиться отстаивать свои интересы, или же, наконец-то, когда хватит давить себе эмоции, скорпионам это свойственно, идите напролом, потому что ситуация того требует. Вам нужно четко отстаивать свои права, чего бы это ни касалось. Личных взаимоотношений, работы, общение с коллегами, с друзьями, даже в ходе борьбы за свое здоровье. То есть здесь пришло время действовать, не сидеть сложа руки. В плане негатива недели, ну вот видите, у вас просто ситуация. Вот, видите, конфликт. Но вот здесь именно по двойке валунов. А это, знаете, вот как говорит карта, это конфликт ради конфликта. То есть уже здесь уже вы не помните даже, о чем зашла речь. Вам просто желание отстоять свое. Но с позиции этой карты, как говорит Аркан, отстаивая свои интересы, подумайте. Может, вы что-то можете предложить своему оппоненту, и тем не менее этот спор разрешить более продуктивно и в более сжатые сроки. Ну и с позиции совета. Ой, ну вот все-таки нет. Не получится у вас решить все мирным путем, потому что здесь у вас четко будет ситуация разрыва с кем-то. Партнерские отношения, деловые отношения, либо отношения с родственниками, потому что вы понимаете, что так как раньше уже не будет, и идти на компромисс не возымеет здесь никакого нюанса, то есть рвите по-живому, по-другому у вас здесь не получится, да, с кем-то придется эти отношения разорвать или оставить, я говорю, повторюсь, не обязательно это личные взаимоотношения, это может быть напряженная обстановка на работе, либо это прощание с близким другом или подругой, либо это какой-то накал страсти с родственниками, но здесь эта ситуация вам необходима, выплеснуть свою энергию и избавиться от всего ненужного. Ну что ж, пусть будет так. Так, давайте смотреть дальше. Итак, стрельцы, позитив недели, негатив недели и совет от карт. На позитив недели у вас ложится
Тройка Метлавиш. Тройка Метлавиш – карта конфликта, когда вы понимаете, что ваши дороги с кем-то расходятся. Обычно по тройке Метлавиш, это, знаете, например, попрощаться четко с кем-то по работе. Чаще всего за рабочие какие-то аспекты отвечает этот аркан. Ну, то есть вы понимаете, что все, ваши пути в жизни разошлись раз и навсегда. Ваши метлы смотрят в разные стороны. Здесь конфликт и ситуация неизбежны, потому что слишком потребительски относился к вам человек. Уже хватит это терпеть. Отставите свои интересы, свои права. Это будет для вас позитивом. Хоть вы будете по этому поводу сильно переживать, но тем не менее. Для вас это обернется только в плюс. На негатив. На негатив здесь у нас падает семерка котлов. Что мне вам сказать? Здесь кто-то пытается вас очаровать, сделать вам какое-то предложение, потому что это карта романтизма, карта предложений, для кого-то как карта свадьбы. Но почему с позиции негатива? Вы можете сделать скоропостижные выводы, либо решиться на тот союз, к которому еще морально или эмоционально не готовы, и которому впоследствии можете сожалеть. Поэтому здесь по семерке котлов, подумайте, а время ли, или может стоит еще присмотреться друг к другу. Ну и с позиции совета тройка котлов. Карта говорит о романтизме, все-таки, возможно, вы на это решитесь. Любовь, эмоции, вот с вашего котла все льется через край. Скейт и ролики говорят о какой-то беззаботности, что отношения находятся только на начальном этапе, что вы не строите каких-то далеко идущих планов, каких-то, скажем так, не строите обязательств, но... Как говорят здесь вороны и крысы, будьте всегда начеку, потому что кто-то всегда захочет отъесть из вашей тарелки, с вашего куска. Кто-то, может быть, положит глаз на вашего мужчину, да, либо на вашу женщину. Поэтому держите ухо востро, не упустите свой шанс. Так, теперь смотрим козерогов. Козерожки. Позитив недели, негатив недели, совет от карт. На позитив. На позитив вот у вас карта шут или дурак. Когда вы идете на риск, неважно, обдуман или не обдуман, это, знаете, у вас желание поставить на карту все. Надоело, хочется кардинальных перемен, хочется жизни с чистого листа, каких-то новшеств. И вот вы знаете, как прямо вот козлик... Лезете, да, вот, ну, тут ведьма лезет при помощи козла вот по крутому валуну, потому что сама не в состоянии справиться с этой ситуацией. Но потерянная шляпа здесь четко указывает на ситуацию потери контроля. То есть, возможно, рискнув, вы можете потерять контроль над ситуацией. Как она для вас обернется, неизвестно. Хорошо, с позиции негатива недели. У вас падает старший аркан суд. Карта семьи, карта возрождения отношений, карта, вот знаете, вот здесь идет ситуация ритуала, здесь они приносят, жертвенное молоко в гнездо ворона, дабы получить его мудрость, его поддержку, его совет. Вот здесь, возможно, вы с кем-то возобновите отношения, либо в целом воссоединитесь, потому что понимаете, что это будет мудрое и оправданное решение. Кстати, вот здесь вот в связке для кого-то это может проиграться как ситуация создания семьи, возобновления отношений, либо деторождения. Так, но если смотреть как бы с позиции негатива, вот эту вот карту, карта суд, с позиции негатива здесь то, что очень много третьих лиц, особенно ваших родственников, потому что суд все-таки отвечает за семью, вмешивается в вашу жизнь. Но я не думаю, что это будет совсем такой вот негатив недели. Все это, безусловно, вы можете пресечь. Так, из позиции совета. Туз огня. В большинстве своем для многих все-таки проиграется как ситуация деторождения. Либо для какой-то, у кого-то новый проект. Либо у кого-то кардинальные перемены. То есть переезд, смена места жительства. В целом какие-то новые вещи. Перешли на новую работу, новые отношения. Там полностью поменяли себя внешне кардинально. И семья ваша может говорить, фу, что ты там наделала, да? Но тем не менее, для вас это будет во благо. Поэтому не переживайте, у вас все получится и обязательно все срастется. Так, давайте смотреть дальше. Итак, Водолеи. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. На позитив недели. На позитив недели вам падает карта конфликт.
которая для вас неизбежна, тем не менее принесет вам ряд благ. Потому что двойка огня – это сама по себе ситуация, когда идет ситуация очищающего конфликта, когда вы решаете какие-то все непонятые вещи, недосказанные слова, то есть проясняете ситуацию. На негатив недели вам здесь падает туз метловищ. Туз метловищ – это сама по себе ситуация, когда вам нужно первым пойти на контакт. Потому что либо второй человек от вас закрыт, эмоционально зажат, и здесь вы основополагающий, знаете, как человек в этой ситуации. Негатив для вас в каком плане? Что, например, надавить на свое эго, либо на свою гордость, либо на свое самолюбие, сделать первым шаг. Не только же все должны за вами бегать, поэтому здесь вы как инициатор в этой ситуации. Ну, может, пришло время действовать вам, потому что я знаю, что водолей очень сильно любит, чтобы вы уделяли внимание. Поэтому, ну, не будьте в этой ситуации, да, скажем так, слишком строги, вы и так хозяин положения. Проявите свое внимание, свою какую-то благодарность, либо, скажем так, свои эмоции тому, кто в этом нуждается, тому, кто очень этого ждет. Так, и на совет от карт. Все-таки здесь падает у нас двойка камней, валунов. Эта карта указывает на ситуацию конфликта. Но здесь уже, понимаете, конфликт ради конфликта. Вы уже не помните даже, за чего началась здесь эта ссора. И вот здесь вам карты советуют пойти на примирение. Именно вам. Не дожидаться, пока вторая сторона пойдет на примирение. Будьте умнее. Вы должны здесь с позиции разума, а не с позиции эмоций, как вторая сторона. Вы должны здесь проявить свою мудрость. И все получится. Так, ну и рыбки, наши дорогие рыбки, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Итак, на позитив недели у нас здесь падает десятка метловищ. Здесь карта падает окончание, либо карта потери. То, что для вас будет очень болезненно, но позитивно. Ну, то есть, не знаю, там, от потери нелюбимой работы до расставания с кем-либо. Может для кого-то здесь проиграться, как даже поломка транспортного средства, но ситуация для вас обернется во благо, потому что здесь тервятник забирает то, что вам уже не нужно, то, что вы, знаете, отрывает от вас таким вот, ну, как болезненным, да, сердцем. Но карта сова говорит, посмотрите, здесь есть мудрость в этой ситуации. Вы не замечаете, что здесь будут позитивные перемены. Вы очень сильно их отталкиваете, их сторонитесь, но они вам просто здесь необходимы. Так, на негатив недели. У вас здесь вот падает четверка метловищ, то, что вы очень сильно будете переживать эту потерю. Крысы, которые здесь, не крысы, а мыши, которые здесь сидят. Это все-таки карта поддержки ваших друзей и родственников, которые вам будут помогать в этой ситуации. То есть не так все плачевно, не так все негативно, как вы об этом думаете. То есть то, что ушло, то ушло, не нужно лить над этим слезы. И совет от карт для рыбок. Вот, восьмерка огня. Вот вы не замечаете, потому что здесь по этой карте четко идет ситуация, что у вас будет либо возрождение старых отношений, либо появление новых отношений. Это, знаете, даже по принципу, я выслепилась из того, что было. Когда, например, человек, на которого вы абсолютно не обращали внимания, действительно вы прозреете. Увидите, почему. Почему я не замечала, либо не замечал ее раньше. Это вы видите, когда вот лягушка превращается в принца. Кстати, не без ваших усилий. Но эта карта говорит о том, что вот эти перемены, которые для вас были негативными, обернутся для вас только позитивом. Главное, смотрите внимательно по сторонам, чтобы вы не упустили свое счастье. Вот таким у нас вышел прогноз. Пусть у вас будут только благоприятные моменты. Искренне вам этого желаю. Всем желаю счастья, всем желаю любви, хорошего финансового положения, замечательных выходных. И пусть эта рабочая неделя пройдет для вас очень легко. Я вас благодарю за внимание. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.